Приветствую вас! Конечно же, любому владельцу Land Rover Range Rover хотелось бы ездить на чистом автомобиле. Но наши реалии в условиях мегаполиса и других городов российского региона показывают, что реальность вот такая. Автомобили всегда грязные. И даже если будет сильный мороз, реагентом, которым посыпает весь город и все дороги, весь этот лед, по сути, разжижается. Когда вы едете по дорогам Москвы, у нас получается своеобразное облако. И это облако омывает как перед машины, так и за счет завихрения, она полностью покрывает весь зад автомобиля. Все бы ничего, но есть один нюанс. При движении задним ходом, а также при необходимости парковаться, очень важно понимать, что у нас происходит сзади. Все современные автомобили, а также автомобили предыдущих поколений, оснащены камерами заднего вида. Но зачастую, за счет того, что весь зад у нас грязный, мы ничего не видим. И только на современных моделях, начиная с 2016 года, наконец-то производитель предусмотрел систему омывания камеры заднего вида. А на всех предыдущих модельных годах, например, 2013-2014 года, и здесь этой функции нет. Поэтому мы внедрили данную доработку, и вы можете поиметь функцию омывания камеры заднего вида. Сейчас мы стоим у автомобиля 2017 модельного года, и вот вы можете посмотреть, пусть здесь немножко будет грязновато, как выглядит штатная оригинальная камера с омывайкой. А за моей спиной автомобиль 2013 года выпуска, и мы внедрили точно такую же систему. И самое интересное, что я хочу сказать, что нельзя взять просто камеру заднего вида, комплект камер заднего вида, и установить на предыдущее поколение, потому что они по разъемам подходят, но она работать не будет. И это важно понимать. Поэтому путем использования ряда оригинальных запчастей, в том числе и форсунки, мы можем доработать камеру на моделях более старых, и она будет по функционалу с точки зрения омывания точно такая же, как и на более современных автомобилях. Я являюсь владельцем самого автомобиля Land Rover, считаю эту функцию очень полезной и нужной. И у себя я это внедрил. Конечно же, нас могут смотреть люди с регионов, которые не находятся в Москве, но данная информация дает понимание, что вы можете это сделать сами, если захотите. Вот так выглядит в работе камера. Естественно, она включается вместе с омыванием заднего стекла. Понятное дело, что форсунки надо регулировать. И вот сейчас попрошу оператора заснять, как омывайка работает на камеру. И понятное дело, что вот эту распылительную форсунку можно регулировать, периодически прочищать. Естественно, в систему, в трубопровод встроен обратный клапан, чтобы в итоге не было оттока жидкости. Дальше, что я хочу пояснить. Все, спасибо, Виталий. Что я хочу пояснить. Понятное дело, что если камеру не омывать долго, и вся грязь начинает засыхать, то так же, как если периодически не омывать заднее стекло, то эта грязь так присыхает, что, в принципе, эта омывайка не поможет. Но я заметил, что если я периодически провожу промывку камер заднего вида, и при этом давно не мыл машину, все равно камера сохраняет свою прозрачность, необходимую мне для осуществления парковочных режимов. Сейчас мы находимся в салоне автомобиля 2017 модельного года. Понятное дело, что здесь экран и сама камера, которая не подходит на модели 13, 14, 15 года, она лучше, более качественная. Именно поэтому они не подходят, не взаимозаменяемые. Мы включаем сейчас заднюю скорость. Мы видим изображение, в котором практически ничего не видно. И вот мне хочется увидеть хоть чуть-чуть, понять, стоит ли там человек, есть ли там бордюр, может быть, стоит какое-то препятствие. Я нажимаю омывание, и вот так работает омывание штатное. Да, мы видим, что грязь смывается не очень хорошо, поэтому периодическое омывание помогает. Вот так вот выглядит, в принципе, омывание. Вот, но я уже что-то вижу, я могу совершать уже какие-то действия. Я уже вижу люди, которые там ходят. И могу совершать. Вот так вот работает штатная. И теперь мы перейдем и посмотрим, как будет работать экран с учетом наших доработок на тех автомобилях, на которых нет штатного омывания камер заднего вида. А теперь мы находимся в автомобиле 13 модельного года. Точно такой же будет вид и в автомобилях 14-15 модельного года. И мы видим, что здесь экран другой, сама мультимедийная система другая, более старая. Вот, сейчас мы включаем задний ход.
И вот что нам показывает камера заднего вида. Ну, более-менее видно. На самом деле, конечно, надо было ее больше запачкать для наглядности. Но на данной камере заднего вида мы произвели свою собственную доработку ее умывания. И она выглядит вот так вот. Вот теперь вы видите, что эффект налицо. То же самое мы можем внедрить на автомобилях любого модельного года, у которого нет данной функции. Теперь я немножко хотел бы показать поподробнее саму суть того, чего мы делаем. Вот, как вы видите, чтобы не выбрасывать их где попало, мне приходится класть багажник, и у меня с собой всегда по упаковке вот такой вот умывающей жидкости, к сожалению. Также хочу отметить, что обязательно я езжу с присадками, чтобы на каждую заправку заправляться. Вот у меня тоже пустые банки, то что выбрасывать было некуда. И приходится возить с собой перчатки. Для чего? Чтобы добавлять умывающую жидкость. Это к тому, что иногда это бывает неудобно где-то останавливаться в городе и добавлять ее. Именно поэтому в том ролике, о котором я рассказывал, что можно отключить функцию омывания фар по вашему желанию, для меня это очень актуально. Теперь перейдем на камеру заднего вида. Еще раз повторюсь, что на современных моделях камера идет уже в сборе, но корпус еще можно деталироваться отдельно. И для тех желающих, которые говорят, что дайте нам оригинальный номер, пожалуйста, вот два оригинальных номера. Один на Range Rover Sport современный в алюминиевом кузове, другой на Range Rover. И вот так идет отдельно корпус, отдельно форсунка. Естественно, их можно собрать. Но камеру придется вставлять старую. Для того, чтобы это все влезло на место, приходится проводить доработку. Естественно же, наши сотрудники в отделе разработок, для тех автомобилей, у которого нет вообще трубопровода на камеру заднего вида, у нас есть комплект, мы это все устанавливаем. Более того, можно даже сэкономить и не вставлять оригинальный корпус и оригинальную форсунку, а просто сделать форсунку нашего производства, которая выглядит намного проще. Но таким образом вы сэкономите деньги на приобретение вот этих штатных корпусов. Есть несколько вариантов, как это все сделать, но главное, что ваша камера может омываться, если у вас нет этой функции. Это главное, что мы можем сделать. И таким образом вам будет ездить на автомобиле в условиях города и парковаться намного легче. Что я хочу донести? Мы не пытаемся, скажем так, втюхивать свои услуги, приезжайте к нам. Мы наоборот делимся информацией. О, видите, пневмоподвеска сама выровнялась, немножко меня подняла. Мы пытаемся делиться своим опытом и раскрываем, по сути, все карты, как это можно сделать. Вы даже можете сделать своими силами. Вот. Не забудьте про обратный клапанок, вот, который продается отдельно, про трубопровод, который вы проведете. Ради бога, можете сделать сами. Даже те мастера, которые занимаются профессионально сервисом, могут предлагать это клиентам. Мы ничего не скрываем и говорим, как мы это все внедряем. По сути, мы делимся своей внедренной технологией. Вот. Хотите работать с применением оригинальных запчастей, но камеру вам придется оставить свою и доработать их. Хотите просто использовать обыкновенную форсунку в виде медной проволоки. Может быть, у кого-то будут какие-то более лучшие идеи, делитесь на нашем канале YouTube. Мы открыты, мы не зовем вас в свой сервис и не тянем. Мы делимся своим опытом и пытаемся быть полезными для владельцев всей России. А мы присутствуем только в московском регионе. Желаю всем удачи. Какие будут вопросы, пожалуйста, пишите. Будет очень важно и полезно для нас, если будут конструктивные замечания, либо кто-то поделится также своим опытом.